В Одессе 2 часа дня. Вы смотрите новости в прямом эфире 7 канала. В студии с вами Игорь Буренко. Добрый день. Торговца хендмейд оружием поймали в Одесской области. 60-летний житель Разделянского района переделывал травматы в огнестрел. Далее продавал через знакомых. Так, за улучшенный газовый пистолет марки «Сталкер» получил 5000 гривен. Дельца задержали с поличным. Під час затримання було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем його мешкання, де було вилучені грошові кошти, які були добуті злочинним шляхом, а також вогнепальна зброя. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Йому грозит срок лишения свободы от 3 до 7 лет. Фокус на проблемах контрабанды и социальных вопросах. Правительство утвердило новый план действий. Подробности в сюжете далее. Правительство бросает вызов контрабанде. Кабмин утвердил программу борьбы с теневыми схемами на таможне, из-за которых ежегодно бюджет теряет порядка 4 миллиардов долларов. Звернемось до парламенту, думаем, что отримаем поддержку щодо криминализации статей по контрабанде. Самые распространенные формы ввоза контрабанды – оформление груза по фиктивным документам, использование офшоров для ввоза товаров без растаможивания и серые пиджаки. Именно так принято называть жителей приграничных сел, которые сотрудничают с контрабандистами. При таком особе Януковича у нас была декриминализована контрабанда через державный кордон. Мы должны дать законопроект Верховной Раде и запропонувати знов-таки зробити контрабанду криминальным преступлением. Одна из серьезных схем, причиняющих огромный материальный ущерб государству – нелегальный ввоз бензина и дизельного топлива. Нередко такое горючее является некачественным. Два месяца остальных мы гоняемся за этими танкерами, которые спочатку в водах Николаева, потом перебрался в Херсон, теперь там здесь баражирую в Одессе-Рени, потом заходит в наш порт, растамаживается по самой высокой ставке. Сейчас так не будет. Правительство также обсудило и успехи внедрения реформы медицины первичного звена. За трошки больше, чем 2 месяца, 9 миллионов людей выбрали своих лекарей. Они пошли в заклады, начали выбирать своих лекарей швидше, чем мы думали. Каждый день около 200 тысяч человек заключают декларации со своими лечащими врачами. В лидерах по количеству оформленных деклараций Винницкая область – 40%. В аутсайдерах – Запорожская и Одесская – чуть больше 15%. Отметим, подписание декларации необходимо для того, чтобы терапевты и педиатры могли получать увеличенные заработные платы, а пациент – расширенный пакет бесплатных медуслуг. Екатерина Лапицкая, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, 7 канал. Землеустроители и архитекторы обсудили проблемы передачи земель ОТГ и застройку этих территорий. Одна из основных задач – активизировать объединение громад в рамках децентрализации. Это позволит специалистам разрабатывать масштабные проекты развития. Так, с 2011 по 2017 год утвердили 42 генплана. В этом году в управлении по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской ОГА находится уже 140. Управление занимается мониторингом местобудной документации, развитием громад, развитием районов. Мы работаем с архитекторами районов на сегодняшний день, с архитекторами громад. Вот, сотрудничаем, общаемся, обмениваемся информацией. Почему? Потому что у нас приходит документация на региональном уровне. Все объекты, которые строятся, это десь близко 50 предприятий, установ, организаций, дают возможность и перспективу нашей громаде развивать. Они платят справно податки. На эти податки мы имеем возможность утримувати и социальную сферу, утримувати садочки, школы. Ну и к слову, в этом году в «Авангарде» планируют построить школу и детский сад. 113 выпускников Университета внутренних дел уже завтра приступят к охране правопорядка. Ребята получили дипломы и прошли торжественную процедуру посвящения в ряды защитников Родины. Yeah!
15 вчерашних курсантов прошли обряд посвящения в защитники правопорядка. Среди них будущие следователи, оперуполномоченные, участковые. Бывшие курсанты не переживают. А вот родители все никак не могут поверить, что их дети совсем скоро будут бороться с преступностью. Прилетело так скоро, цих 4 роки. Я навіть не сподівалася, що так все быстро. Вроде недавно, 4 роки назад, ми тут стояли на цьому плацу, коли діти приймали присягу. Сьогодні вже вони йдуть захищати нашу Україну. Случайных среди полицейских нет. В основном туда поступают те, кто с профессией определился с детства. У Снежаны так и получилось, говорит. Смотрела фильмы про копов и мечтала тоже надеть форму. Страху совсем немає. Це професія відповідальна, але я думаю, що якщо ми вибрали таку професію, то ми на щось розраховували. Хочемо боротися з злочинністю і це мрія з дитинства, і по-другому ніяк не могла навіть бути. Среди випускників 20 отличників. Стоїть відмітити всі дівчатки. Богдана получає диплом з отличием, сльоз не сдерживает, говорит, зимняя практика только укрепила ее уверенность в том, что 4 года назад сделала правильный выбор. Мне нравится эта профессия. Я была на стажировке, была на практике, я знаю, куда я иду. В принципе, если работать и делать все вовремя, то работа не такая уж тяжелая. Ребята к выполнению долга приступят уже завтра. Место работы им известно давно, в основном в пределах области. Вони розподілення отримали в минулому році. Ще більша частина з них буде працювати в Одесі і в Одеській області. Завтра вони вже повинні відбути в місця дислокації, де вони будуть призначені на відповідні посади. Потім вони повинні отримати відпустку і після того приступити до виконання своїх обов'язків. К слову, університет готовить защитників правопорядка уже 96 лет. Екатерина Банкова, Евгений Ячменцев, 7 канал. Пока это вся информация у нас к данному часу. Больше новостей смотрите уже в следующем выпуске в 16:00. Ну а прямо сейчас моя коллега Татьяна Милимко поговорит с солисткой группы Arised, Соней Сухоруковой, о творчестве группы и о предстоящем концерте. Они впервые выступят в Одессе. Оставайтесь с нами, ведь нам есть что вам рассказать.